Вход в музей будущего. Лобби. Мы вошли в лобби музея будущего. Все такое тут космическое. Арабские надписи, высказывания эмира Эмирата Зейда. Вот такой лифт, ушедший в будущее. На нем можно подняться. Вроде стеклянные лифтики стоят. Народ приходит и удивляется. Вот такая, в такой капсуле люди катаются в музее будущего. Вот над нами кольцо. Кольцо, в котором музей будущего. Вот оно такое большое, огромное, сколько, 50 метров, может быть, больше, меньше. Вот такое колечко с арабскими надписями, высказываниями эмира, эмирата Зейд. Пошел лифт вверх. Пошел. И остановился. Вот такое музей будущего. В кольце находящийся, как говорят. Сейчас мы снаружи снимем его. Такие вот духи продают тут. Автомат разливает через компьютер. Пробирочки маленькие. По 5 миллилитров. 5 миллилитров на выбор. Вот сколько здесь? 15, наверное. 20 этих видов по запаху духов. 145 дирхам стоит. Ну, если на 4 разделить, 145. Около 37 долларов. 5 миллилитров. Вышли мы снаружи, снимаем музей будущего. Вот такое колечко. Крылечко. Ну, тут, наверное, может и больше 50 метров по длине, по длиннику. Ну, и высота. Ну, сколько высота? Ну, метров 15-20 высота, наверное. Вот такое колечко с надписями на арабском языке. Вышли мы с этого центрального входа. Внутри мы побывали. Выход прям с метро. Далеко и ходить не надо. С метро тут вот такие здания высотные стоят. Отельчики, мотельчики. Все оригинально, современно, ультрасовременно. Отошли чуть дальше. И снимаем во весь рост уже колечко наше арабское. Отошли мы метров 100 от этого большого колечка арабского. Вот так все выглядит. Красиво, современно. Включили потихонечку подсветку. Сейчас солнце садится. И народ находится на смотровой площадке. Вот, прямо внутри кольца. И проводит осмотр окружающего, как говорится, их города, центра Дубая.
вышли на дорогу, со стороны дороги съемка, включили подсветку. Вот запустили этот самый чудо-юдо, само летает. Что-то я не вижу, на чем оно подвязано, не подвязано, но летает само. Музей будущего не зря называется. Вот оно летает, летает. Летает. Чудо-юдо. Вот он. У него пропеллер. Раз, два. Вижу. Вот они по краям пропеллеры. Пропеллеры. Вот такое чудо-юдо. Летает. Запустили. Интересный такой. У него два пропеллера. Он, походу, управляемый, радиоуправляемый. Вот он и двигается себе. Вот по залу. Все его снимают. А его управляют. Управляют. Всем дети радуются. Ну и мы тоже. Вот они у него пропеллеры. По бокам. Два. Музей будущего.